Всем привет, меня зовут Ксения. Сегодня мы с вами будем тестировать одну стратегию на Форексе. Происхождение этой стратегии я на самом деле не знаю, потому что сегодня я сидела на форуме по трейдингу, и там чувак сказал, что он зарабатывает от 100 тысяч рублей в день. Скинул там фотки роликсов, там тачки и так далее. Я думаю, ну, типа, на чем ты зарабатываешь? Он мне расписал свою стратегию. Я не представляю, какой у него депозит с такой стратегией и с таким мани-менеджментом, но, тем не менее, сегодня я постараюсь заработать эти 100 тысяч рублей и проверить, можно ли по этой стратегии заработать. Естественно, одного торгового дня мне не хватит, чтобы проверить. Нужно это проверять на долгосрок, смотреть в перспективе, как это все получается, не менее там 100 дней торговать и потом говорить о результативности. Но, тем не менее, может быть, я ее проверю, но пока меня пугает сумма, к которой нужно открываться. Еще меня привлекло то, что по этой стратегии нужно торговать на одном из моих любимейших активов на Форексе, на долларе мексиканца. Из чего состоит стратегия? Первое. Актив у нас доллар-мексиканец. Второе. Время торговли после 9 вечера в будние дни. Ну, в выходные не работает рынок, в будни после 9 вечера и рынок открыт до 11. Получается, у нас есть 2 часа на торговлю. Основа сделки – тренд. То есть нужно открываться по тренду. Сумма сделки – 3 лота. В случае, если цена пошла не в нашу сторону, добавлять еще 3 лота. И он сказал, что иногда он рискует и докидывает еще там по 3 лота 2 раза. Мне на 12 лотов моего депозита, моей маржи просто не хватит. Если считать вот так прям все в голове, то мы берем 3 лота, умножаем на 4. Это получается 1 200 000 долларов. Объем сделки. То есть один лот это 100 тысяч основной валюты. Если у нас на первом месте стоит доллар, значит это 100 тысяч долларов. С учетом того, что у меня 200-е плечо, для 12 лотов, то есть для 4 сделок по 3 лота, мне необходимо иметь депозит в 6 тысяч долларов. У меня депозит поменьше, поэтому я могу себе допустить только 3 сделки по 3 лота. Это самый максимум, но я, конечно же, надеюсь, что я сейчас раскидаюсь с одной сделкой. Кстати, если вам что-то непонятно, пишите в комментариях. Я либо сниму отдельное видео там, как высчитывать эти лоты, либо отвечу вам в комментариях, потому что эта тема первое время мне тоже была непонятна. По сути, если еще раз обобщить, что мне сейчас нужно сделать? Мне сейчас нужно зайти на доллары мексиканца, определить тренд и открыться по этому тренду. Если цена пойдет не в мою сторону, докинуть еще. В общем, цель – заработать 100 тысяч рублей. Кстати, сейчас только поняла, что а если я сейчас не увижу тренда, а если его сейчас там не будет, если цена будет двигаться во флете? Вот это очень интересный момент, нужно будет спросить еще раз у этого человека. Надо пропускать день по этой стратегии или переходить на какой-то другой актив? Вот, я думаю, что, наверное, нужно пропускать день. Кстати, напишите, как вам моя футболочка, она такая говорящая, так скажем. Я тут раскидала бабки там, чтобы сейчас все это притянуть. Что примечательно, что многие люди говорят, что на Форексе нормально зарабатывать 20% в год. У меня депозит в 5000 долларов, я его уже несколько раз окупила. Хотя торгую я на Форексе, по-моему, меньше года. И момент в том, что... Да, если брать консервативный метод торговли, 20% в год, это, конечно, все круто и классно. У меня более агрессивная торговля. Но где гарантии, что вы на протяжении этого года там, сделаете там, 15% и на последних 5 не сольетесь? Просто из-за того, что словите тильта или еще что-то, другой фактор какой-то сыграет. Поэтому я считаю это неразумным и нерациональным. Лучше сразу себе подобрать что-то вот между-между. То есть не совсем что-то агрессивное и не совсем вот это консервативно, 20% в год. Скажу так, в неделю я зарабатываю от 10% на Форексе. И меня это вполне устраивает. И я считаю, что 10% может каждый из вас очень легко делать. Ладно, давайте уже много разговариваем. Будем переходить в площадочку и пробовать срубить бабла. Так, переходим на доллары мексиканца. Сразу сходу вижу здесь нисходящий тренд. Так, 30-минутный таймфрейм. Что у нас? Также уверенный нисходящий тренд. Да, ёшкин кот. Надо же автопрокрутку выключить. И цена сейчас стремится пробить уровень. Я не знаю, насколько рационально это. Сразу открываю по стратегии. По-любому же будет отскок от этого уровня. Так. Вот она, зона сопротивления. И давайте выставим с вами тейк. Ну, если что, подвину его.
И стоп пока поставлю сильно за уровень. Скорее всего, будет сильный минус. Так, тейк еще сдвигаю. Да, будет, если что, минус 1800. И прибыль 1500. Но я не буду дожидаться, если что, стопа, если сильно не в мою сторону пойдет. Ну да, цена пробивает. Так, докидываю по стратегии еще 3 лота. Нервы щекочет, конечно, очень сильно. Сразу выставлю сейчас. Так. Тейк здесь повыше поставлю. И стоп поставлю на том же уровне, что и первый. Но опять же, если что, я дожидаться касания стопа не буду. Потому что запасы нормально взяла. Ждем. Как говорится, либо пан, либо пропал. Также сразу двигаю тейк на уровень второй сделки. И стоп туда. В принципе, цена сейчас находится у уровня, четко уровня, не в зоне, а у уровня сопротивления. Поэтому должно быть все четко. Просто ждем. Так, вот он, ключевой момент. Так, будет, нет, еще спуск. Ай, не успела. Ловлю. Цель поймать 1000. Так, есть. Закрываю. Нет, еще не успела. Вот. Успела. Есть. Есть. Общая прибыль составила порядка 1300, по-моему. Было 5800, сейчас 7100. По сути, цель выполнена. Очень круто, очень классно. Очень у меня за эти сколько там по времени? Минут 40 торгую, 50, наверное. Очень нервно. Блин, итог. Очень классно, что я на этом смогла заработать. И я понимаю, почему этот чувак зарабатывает по 100 тысяч. То есть я скажу так, что для моего депозита это объемы непозволительные. Такими объемами можно входить в сделку, если у вас депозит от 100 тысяч долларов. Я попробую, поиграюсь, посмотрю, уменьшу сумму сделки и посмотрю в перспективе, можно ли там брать, например, не 3 лота, а 1 и разбивать этот один лот на 3 сделки. И таким образом, если эта стратегия покажет себя сейчас в перспективе, даст мне там из 10 плюсов, например, 9, я буду крайне счастлива. Ребенок проснулся, поэтому нужно мне заканчивать это видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх. Жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита. Всем пока.